Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала, а также моей странички в Facebook по продаже монеты. У нас сегодня представлены 15 монеток, очередное видео, очередная экзотика. Кому интересно, можно будет приобрести меня в группе в Facebook. Так, и быстренько сейчас начнем. Прошу извинения, трусится мне что-то камера. Плохой штативчик, надо заказать новенький, но не об этом. Так, у нас сейчас на обзорчике первая монетка, это монетка Кипра. Вот, это один. Что-то фокуса нету. Это один. Один цент. Сейчас, секундочку, сейчас попробуем что-то настроить. Не хочет нас этот фокус что-то сегодня. Вот, вот такая вот монетка красивенькая. Изображением птицы. 1 цент 1992 года. Гурт кладки. Кипр. 1992 год. Вот. Никель-латунь. Гурт у нас гладкий. Республика Кипр. Вот такая вот монетка. Прикольненькая. Кому нужно коллекцию, заходим, заказываем. Следующая наша монетка. Это у нас страна Гернис. Гернси. 1 пенни. 1977 год. Вот, монетка у нас бронзовая, гурт гладкий. Тут у нас такое вот изображение имеется. На версии монетки. Прикольная монетка. Кому нужна, заказывайте в группе. Еще следующая наша монетка. Это у нас монетка Тринидад и Тобаго. 1 цент 2011 года. Центов Тринидад и Тобаго. Это монетка самая дорогая. Вот. Цену можно будет увидеть у меня в Фейсбуке, в группе, ссылочка в описании. Такая вот прикольная монетка, материал бронза, гурт у нас гладкий. Вот, монета круглая. Сами видите, такая вот изображением калибри. Прикольная монетка 2011 года. Есть некоторые вот такие вот ржавчины. Вот какие-то, ну я думаю, можно будет почистить, кто занимается, почистит и получит себе в коллекцию. Следующая наша монетка Ямайка, Ямайки. Это у нас 1 доллар 1999 года. Монетка у нас семиугольная. Вот. Такое вот изображение герба красивое. Вот гурт гладкий. Здесь у нас национал герой, да? The PT. Не, ну вот сами видите, что там написано. Вот, читать не умею, ни по какому ямайскому. Вот такая вот 1 доллар. Красивая монетка, интересненькая. Следующая это наша монетка. Это у нас Австралия, 1 цент. Вот изображением какого-то зверька пушистого. Вот. Гурт у нас гладкий. Здесь Елизавета II. Австралия, 1966 год. Монета бронза. Такая вот красивая монетка. Следующая наша монетка. Это у нас снова-таки Ямайка. Если не ошибаюсь. Да, это у нас Ямайка. Это у нас 10 центов. 2003 год. Паул Богла. Excellent. Гурт гладкий. Ямайка. Такой вот красивый герб. Все красиво видно. 10 цент. Такая вот красивая монета 2003 года, сталь с мидным покрытием. Следующая наша монетка, это у нас Тринидад и Тобаго, уже 5 центов, 2007 год. Вот изображение птички, красивая монетка. Вот материал у нас бронза, 2007 год. Такие вот у нас изображения герба Республика Тринидад и Тобаго. Красивая монеточка. Кому интересно, ссылочка в описании. В Facebook переходим, там заказываем. Следующая наша монетка. Это у нас уже идет. Сейчас, секундочку. Это у нас Уганда. 50 центов, 76 год. Материал у нас сталь с мидным покрытием. С мидно-никелем покрытием, выбачаюсь. Ой, 50 банков Уганда, 50 центов, 76 год. Монетка красивая.
таком вот зеркальном виде оно и видно, отзеркаливается. Вот гурт у нас ребристый. Вот видно. Здесь у нас изображение 15 cent Bank of Uganda. Вот красивая монетка. Следующая наша монетка. Это у нас пакистанские две монетки. 1 рупий 2005 года. Такая вот красивая монета. Изображение мечети, наверное. Так, гурт у нас ребристый. 2005 год. Обеговая монетка. Бронза. Вот, Исламская Республика. Следующая у нас такая же самая пакистанская монетка. Только уже 1998 года. 1 рупий. Исламская Республика. Такая вот красивая, но трошки подуставшая монета. Гурт ребристый. Материал бронза. Вот монетка такая вот, требует какого-то чистения. Я не специалист, монеты не чищу. Вот, чтобы не испортить еще хуже. 10 байс, это у нас Оман. Такая вот эксклюзивная как бы монетка, я думаю. Вот. Трошки есть, конечно, повреждения. Год у нас 1970 на года. Вот по каталогу. Год у нас гладкий. Вот. Период султана Маскат то Омана. Вот. Правитель Саид бен Таймур. Вот материал бронза. Такая вот прекрасненькая монетка. Эксклюзивненькая, можно так сказать. Тоже так, следующая у нас монетка тоже такая интересненькая. Это у нас Алжир. 1 динар, 1972 год. Вот. Такая вот тоже с иероглифами монетка. Гурт у нас ребристый, но хотя покоцанный такой. Виды никель из Палау. Тип монеты, памятная монета. То есть изображение вот такого трактора. Руки пожимаю дружеские, прохожу по-дружескому. Наименование ФАО, земельная реформа. По каталогу, 1 динар. Вот такая вот интересненькая монетка. Так, следующая у нас монетка. Это у нас Чили, 1 песо. Такая масенькая монетка, 97 год. Монетка алюминиевая. Гурт гладкий, восьмиугольная монетка. Трошки такая имеет, конечно, следы. Ну, думаю, можно почистить, и будет Республика де Чили. Думаю, почистить, им будет прекрасная монетка. Кому-то в коллекцию, кто там. И будет себе заказывать. Следующая наша монетка, это у нас Египет. 10 пиастрив, 1984 год. Нашел я по каталогу, вот эти иероглифы надо изучать, чтобы было видно. Гурт у нас ребристый, здесь изображение. Вот. Мечети. Красивая монетка, такая по размерам большая, прекрасная. Так, что у нас по каталогу, 1984 год. Вот, 10 пиастров, медно-никель сплав, гурт у нас ребристый, форма кола, Арабская Республика Египет. Такая вот египетская монетка. И последняя у нас тоже такая вот эксклюзивная монетка. Это у нас монетка Непала, 5 пайс. Вот, 1971 год по каталогу, вот эти, по этим иероглифам там отличается. Изучать надо. Такая вот интересная с всякими... всякими такими вот знаками. Гурт у нас гладкий. Здесь изображением коровы. Вот. Непальской рупии. Обеговая монета. Правитель Махендра Бир Бикрам. Алюминь. Гурт гладкий. Вот. Такая вот прекрасная монетка. Ну что ж. На этом будем заканчивать наше видео. Кто не подписался, подписывайтесь. Кто еще хочет заказать монетки, вот, переходите в группу в Фейсбуке, там будут выставляться все монетки, которые представлены на видео. Вот, все вы их видели, все вы знаете, что за монетки, в каком качестве, в каком количестве. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, не забываем лайкосики и колокольчики. Всем пока.